have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы пытаемся как-то проплыть мимо этого мелкого упыря. Методом научного тыка мы поняли, что он очень боится света. Вот. Он будет пытаться заплыть по... Или... Под лодку или над лодку. Уйди! Пошел вон отсюда. Пошел! До свидания. Очень удачно сейчас получилось. Я так понимаю, что это был единственный способ от него избавиться. То есть, если бы... Меня просто сейчас очень удачно развернуло. Если бы этого сейчас не получилось, мне кажется, мне пришлось бы проходить еще очень много раз. Вниз. К тому же, видите, когда у нас идет перенагрузка системы... Ой, блин, как бы он сейчас не приплыл опять. Тут нельзя расслабляться, я знаю эту игру. У нас начинает перегорать факел. Все, мы приплыли. Вот вы видите, мы были очень близки к окончанию главы с батискафом. Очень атмосферная, очень классная, но, блин, трудно. Ну, серьезно, то есть как раз та самая грань трудная, когда ты... Игра тебе дает несколько раз попробовать, чтобы ты понял, что тебе надо. Короче, я не знаю, как это объяснить правильно. Вот эта фишка сейчас с куклой, когда я убегал от куклы, мне просто повезло, что меня правильно развернуло. Он остался там, я его продолжал фиксировать фонариком и аккуратненько разбил эту деревяшку. Потому что если бы он заплыл бы со мной, я так понимаю, это было бы бесполезно уже разбивать ту деревяшку. А и толкать надо. Ёпарасоте! Стой, 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 стой! Дверью по голове! Ладно, не по голове. Прикиньте, сейчас будет какая-то... Привет. А, я понял, мне нужно тебя активировать. Какая-то фигня песчаная сейчас будет. Я не хочу. Вот эта вот фишка очень сильно похожа на Little Nightmares. То есть у тебя постоянно какие-то враги, они какие-то замысловатые. Те же самые вроде собаки, они замысловатые, но... Борьба с ними постоянно происходит через какие-то ухищрения, через какие-то тактики, галактики и всякое такое. Так, где мне найти активатор того мужика? Это плохо сейчас прозвучало. Слышите этот звук на фоне? Аж. Я не пойму, что мне с этим делать. Оно не поддается. Ага, здравствуйте. И что я сделал? Выключить я это уже в любом случае не могу. Ёпарасоте, там аж прямо это. С этими ребятами... А, минуточку, я там что-то включил, возможно, сзади. Пойдемте посмотрим. Это же у нас столбик был. Да-да-да, смотрите. А, я буду сейчас переключаться между этими мужиками? Или что? Это лифт! Неожиданно. Это мы были на среднем этаже. Ага. На среднем этаже у нас три мужика и одна неоткрытая дверь. Нижний этаж. Угу.
Слышите, опять же? Это... Я же-то не сдвину, вы чё? Тут нужно опять мужиков... Мне сюда нужно мужиков притащить, я понял. Чтобы они сюда притащили вот это, тогда можно... Хорошо, кабель... Ой, не кабель, трос. Более-менее понял картину. Давайте с другой стороны посмотрим. Тут у нас какая-то фигня. То есть там лифт на три уровня, и тут еще вагонетка с... Я пока не буду туда спрыгивать, я не знаю, чем это закончится для меня. Давайте я сверху посмотрю. Там есть лестница, я могу туда спрыгнуть. Для меня же это будет the end, погодите. А, вот та вагонетка, возможно, под ее весом вот эта штука будет находиться достаточно... Хорошо, теоретически понял. Поехали наверх, посмотрим. Что это такое? Сразу переключу на верхний, чтобы нас отвезли. Какие-то кусочки головоломки я уже вижу. Теперь осталось понять, что еще нам нужно, и потом все это собрать вместе. Фуф. Угу. Так, что тут? Ага, понял. Оно то, ну, обломано, скорее всего, хотя оно находится на разных уровнях, но что-то мне подсказывает, что изначально должно было быть на одном уровне. Допустим, что в другую сторону. Мне же, кстати, чтобы управлять мужиками, нужна вот эта головоломка. Ну, в смысле, голову ломать. А я там внизу не видел. О, здравствуйте, мужики. Вон, кстати, тот чел стоит. Ага. То есть, теоретически, у меня есть 6 мужиков. Сделать я с этим, конечно же, ничего не могу. Угу. 6. Трое здесь в клетке, которых можно или спихнуть, или притащить, или открыть. Наверное, может быть, открыть. И трое внизу, в разных позициях. Теперь мне нужно их как-то активировать. Сейчас мы вернемся на средний этаж и пойдем налево. Мне кажется, там где-то может находиться активатор. Сейчас посмотрим, потому что нигде больше я активатора не видел. Хотя я его и тут не видел. Так. Там за стеной работает или какой-то механизм, или что-то такое. Это интересно. Но пока что меня, допустим, это волнует, наверное, меньше, чем... Так, тут активатора нет, тут просто мужик. Я ничего не могу сделать, у меня силёнок не хватает. Так, хорошо. Погодите, а что если мне нужно самому упасть туда, в самый низ, и потом, находясь там внизу, мне все это время придется управлять мужиками, чтобы они тут все это дергали, бегали, дрыгали, потом потихонечку спустили ко мне вагонетку, чтобы это... А это идея, потому что я нигде здесь больше активатора не вижу. Я сейчас посмотрю здесь еще на секундочку, но опять же, тут больше ничего нет. И единственное место, куда я не ходил, это там внизу. Поэтому давайте поехали, посмотрим. Что я теряю? Игра же, наверное, не сделана так, чтобы я мог где-то застрять. Это было бы нелогично. То есть секретки, да, сделаны так, чтобы ты к ним не мог вернуться. Это логично. Но прохождение... Не будет же такого, что я сейчас куда-то упаду и все, просто не выберусь оттуда. Поэтому поехали сюда. Я пойду через лесенку, наверное. Она что, не зря? Разработчики делали, старались. Но по-другому мы все обошли, все посмотрели. Джеронимо, поехали.
А, тут еще мужик. А, вон и активатор. А вот еще 5 мужиков. То есть там 6 мужиков, тут 5, итого 11. 11 это уже приличное количество. А что? Игра, ты не хочешь взять и с разбегу сходить нафиг с такими головоломками? Ты чё? Так нельзя. И оно сейчас будет продумано там прям до последней секунды, чтобы я уже начал захлебываться. Тут можно забраться, вот тут по веревкам можно протарзанить туда. Оторвать тут ничего нельзя? Нет. Хорошо, я понял. Оп. Опа! Понятно, спасибо. Надо было выше забираться. Но я это понял, но я это понял поздно. То есть нельзя сделать там, как в каком-нибудь Аладдине, например, с размаху такой оп. Так, эть. Двигаем тазом. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Надо еще выше. Но еще выше у меня амплитуда разгона, размаха будет меньше. Вы чё? Может быть, знаете что? Погодите. Может, наоборот, ниже и увеличить амплитуду? Давайте попробуем. Мне кажется, это больше сработает. Да, так и есть. Да ну твою же ж, блин, красную футболку. А... Короче, да, есть такая штука, когда разрабы делают, что тебе нужно все сделать исключительно в последнюю секунду, иначе не сработает. Исключительно в последнюю секунду, иначе не сработает. Вот мне такое не нравится, честно говоря, потому что, ну, должно быть некое, ну, грубо говоря, окно реакции, что ли, чтобы дать игроку, ну вот, ну, то же самое сделал, ну, допрыгнул, сколько я, может быть, на один раз больше болтнулся. По большому счету, у меня никаких претензий к игре пока что нету, но вот такие вот маленькие вещи, они то тут, то там немножечко портят. Да? Хорошо, пойдем. Мужики, за мной. А как я теперь выберусь? Логично, не поспоришь. Мужики, поехали. Я вас там не раздавлю случайно. Они умные, они стоят, ждут. Я думал, что все будет наоборот. Но раз уж так получилось, ладно, я не против. Так, мужики, погодите. Давайте я поеду вас всех тогда сразу соберу. Съездим на верхний этаж за теми ребятами, потом съездим на средний этаж сюда. Наверное, так сделаем. Только я не пойму пока что, что с той клеткой делать. Ее нужно столкнуть, чтобы она разбилась. Вы как, бессмертные, нет? Или же ее нужно открыть, подтянуть и открыть. Сейчас посмотрим. Тут у нас стадо из 6 человек. Давайте добьем до 9. До свидания. Я надеюсь, вы живы. По крайней мере, ваши ноги целы. Пойдемте соберем их всех. Ну, по идее, средний этаж. Собираем всех, едем вниз, толкаем чертову вагонетку. Значит, мне для этого там понадобится как раз 12 человек. 12, Карл, человек. Так, вы со мной, нет? Алло.
Ущербные, вы тут? О, примагнитились. Хорошо, пойдем дальше. Флешмоб собираем, неплохо. Вы живые? Блин, а можно я эту управлялку с собой? О, живые, нормально. Мягкого приземления в песочек, блин, от клетки, клетка вообще в хлам. А чуваки живые? Ну, нет, на самом деле они вряд ли живые, но я имею в виду, что явно двигаются. Да, я его забрал, но мне теперь интересно, что здесь. Пацаны, вы меня не подкинете? Да зачем ты? Я бы на самом деле эту шапочку с собой бы забрал. Я не знаю, она же активирует только тех, кто там близко где-то находится. Так. Пацаны, подкиньте меня. Мне явно нужно эту штуку переключить. Нет, ну... Да, они меня типа берут как-то на руки, но это... Это работает максимально ублюдочно. Вот так, вот так! Молодцы. А, я еще себе чуваков притащил? Нет, не делай этого. А как? Погоди. А, я понял, мне нужно, чтобы они набрали разгонного момента и в последнюю секунду... Поздно. Давайте еще раз. Ну, насколько я это понимаю, сейчас посмотрим. Мне нужно, чтобы они сейчас набрали... Нет, нужно... Блин, а так... А... Да не... Иди. Почти что, видите? Не, давай туда. Мне нужно где-то, когда они будут посередине. Мне просто постоянно кажется, что посередине у них не хватит скорости. Да, отлично. О! Вот это я себе мини-армию собрал. Все, ребят, пошли. Не то. Вот эта толпа. Я там насчитал 6, 9. Какой там? Сколько там в тележке было? 4, 5. Плюс 1. Нормально. У меня сколько человек? 15-16 со мной. Если не 17. Ну что ж, вот этой рабочей массы уже, по идее, должно хватить для того, чтобы двигать вон ту фигню. Сейчас попробуем. Давайте, стадо, все в лифт. Поехали. Фух. Ну что, ребят, подсадите.
Я вдруг подумал, что я могу сюда и так добраться. А что я здесь делаю? Ну, не спрашивайте. Ну, вас с вашими пошлыми вопросами. А, я заберусь наверх той вагонетки, и они меня будут толкать. Все, моя сообразить. Погодите, а это единственный... Ага. Это единственный способ. А, вот зачем вы мне здесь? Чтобы я забрался туда, потом я поеду туда. Ну, в смысле, наверх. Потом я запрыгну сюда, а вы меня отсюда вытолкаете. Хорошо, хорошо. В принципе, вижу, как это может сработать. Оп. Вот это и группа поддержки, а? Как она есть. Хопа. А, мне им даже ничего говорить не надо, они меня просто толкают. До свидания, прощайте. Наверное, навсегда. Ох, черт, оно сейчас посыпется все, да? Нет. Да? А вы можете друг друга сюда накидать, нет? Стойте. Стойте, 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 стойте. Возможно ли, что мне нужно накидать сюда этих придурочков и потом... Ну, то есть я ж тут не справлюсь. У меня тут явно сил не хватает. А, ну-ка, оп. А шапочку? Шапочку я снять не могу. Не, погодите, раз я не могу снять шапочку, это значит... Это странно. Я, значит, что-то не понял в этой схеме. Ну вот я такой запрыгнул. Управлять-то я ими не могу. То есть я не могу им сказать что-то схватить. Я их здесь даже не вижу. Видите, они меня сами выталкивают. То есть я ничего, в принципе, сделать не могу. Давайте подумаем на секундочку. Шапку игра у меня не забирает, значит... Может, мне надо как-то подсоединиться под... Да нет же, вроде. Сам я тут ничего не сделаю. А, стой, я залезть могу. Что за фигня? Я только сейчас заметил там эти лесенки, ступеньки. Нет. Да? Я не хочу опять с той волосатой куклой встречаться. Сейчас любое напоминание о воде мне начинает напоминать про ту штуку. Thank you. Nope. А, вон еще ребята. Стоп. Меня к ним подкинет. А, извините. А, с этой штукой оно даже подниматься не хочет. А как тогда? Стоп, мне нужно до них достать, чтобы начался эффект этой фигни. Попробую прыгнуть на пике. Нет, на пике оно не получается. Пика, извини, не на тебе прыгал. Давайте подумать, что мы можем здесь сделать. Мы можем... Я понял, что мы можем...
вот что мы можем. А теперь нам, по идее, хватит высоты. Да ну ёперес это. Ну, задумка была правильная. Да, хорошо. Мы получили еще три персонажа, которые... Что? Которые помогут... А, там было не только... Значит, вот эти три перца мне сейчас помогут отколупать доску. Там... Погодите, там камни посыпятся, вы чё? А, они посыпятся в другую сторону. Тогда прощайте, неудачники. Ух ты ж, ё. А шапочку я до сих пор не скинул, значит, еще понадобится. Нет! И что? Ладно, слышу собаку, бегу обратно. Я еще и посомневался, фиг ли там сомневаться. Просто слышишь собаку, чеши обратно. Все же очень просто. Я рано побежал. Но это же... Игра, иди к черту. Но это же импосибру, погодите. С хряком мне получалось через него прыгать. Засомневался? Нет, оно меня в воздухе ловит. Короче, черт с ним. А, попробую решить эту проблему уже в следующий раз. Пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем пока, да.